Городской конкурс чтецов проводится в Ленинске-Кузнецком более 5 лет. Традиционно его участниками являются дошколята, воспитанники подготовительной группы. На тему «Моя страна, моя Россия» представили стихотворение 24 юных участника. Основной целью конкурса является развитие у дошкольников гражданско-патриотических чувств, любовь к своей родине, творческих способностей. Каждый год тематика парада чтецов разная. В 2018 году стихотворения посвящали шахтерскому труду. 2019 год – 75-летию Великой Победы. 2020 год не обошел стороной еще одну солидную дату – Кузбассу 300 лет. Конкурс провели даже несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в формате видеотрансляции. Конечно, наши педагоги тщательно подготовили детей, подобрали литературный репертуар, отработали технику чтения стихотворения наизусть и предоставили нам видеоролики с выступлениями детей. По итогам городского конкурса все участники парада чтецов заслужили самую высокую оценку жюри. Все дети получили грамоту управления образованием, каждый в своей номинации. За искренность исполнения, за выразительность, самый эмоциональный исполнитель, за самое лирическое исполнение. Это наша родина, милая Россия. Нет другой на свете родины такой. Анна Кириллова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.